Ром, в интернете разные сайты расходятся во мнениях. Кто-то пишет, что ты нападающий, кто-то пишет, что полузащитник. Все-таки внеси ясность, на какой позиции тебе комфортнее всего и где ты действуешь? Ну, где тренер будет видеть, так, там мне и комфортно, так без разницы, нападение, полузащите. Нет. Ну, больше, наверное, в полузащите. Фланги, центр? Ну, чаще играл на фланге, в последнее время играл в центре. Поэтому дискомфорта не испытывал. Хорошо команде, без разницы. У тебя достаточно богатый опыт, при этом нет опыта выступлений в премьер-лиге. Вот без раздумий, без колебаний вообще решил, что да, надо уходить в премьер-лигу, надо пробовать. Ну и когда подоставился такой вариант, я без раздумий, конечно, решил попробовать свои силы, тем более я даже в Шинике как бы пошел на многие уступки, чтобы пойти в премьер-лигу. Что сейчас, ну, до того момента, как перешел, знаешь, о крыльях Советов, в принципе, насколько внимательно следил, ну, за этой командой понятно, что пристально не следил, за чемпионатом, да, какие-то, готов дать предварительные оценки? Что за... Ну, крылья всегда играли в премьер-лиге, поэтому у них большая амбиция, и команда находится на последнем месте, это явно не то место, которое команда таким богатым опытом и традициями занимает, поэтому, я думаю, в ближайшее время... Крылья должны быть выше того места, которое он сейчас занимает. Намного. Я так понимаю, что тебе, наверное, еще не доводилось играть в Самаре, да? Да. Ты слышал, может быть, что-нибудь от партнеров, от одноклубников о том, какая атмосфера на Металлурге, как болеют на Металлурге? Ну, я видел много раз, что очень много народу, очень много болельщиков приходит, поддерживает команду. Поэтому вдвойне, втройне приятнее играть, какая-то такая атмосфера. Поэтому это же только хорошо. Судя по твоей последней статистике, у тебя достаточно неплохой игровой тонус. Ты готов, что чувствуешь, что готов уже с первого матча вот сейчас спить?